Заснял этого бригадного генерала. Вот здесь. Входим в упор. В упор приходится расстрелять. Издали ни с танка практически не взять. Почему? Они бетонированы все в глубине, под всем домом, полностью там даже ходы. Забрасывали гранатами и тротилом, даже оттуда уходили. Боится, что фундамент дома, там бойницы непосредственно. Там окна обыкновенные, погреб только сделаны, подготовлены для ведения этот. С нашей стороны у нас, по крайней мере, убитых раненых нет. Убитых раненых нет, значит, танкисты получили легкое ранение, два человека. Все. В связи с тем, что мы их зажали в кольцо, им надо куда-то вырываться. И вот из-за этого значения их идешь, что любым путям уйти. Так, стой, стой. Что там такое? Слушайте, мы с ним съебаем с окопа. Ну, через 5 минут раз такие.